обломил низа вот. Два яруса сделал. А третий начнет желтеть, можно прям срубать прям. Прям с бодылем, со стеблем. Что-то клопа много. Это вот на семена оставил. Это спектр вот без пикировки вот. Вот такой спектр. Вот какой мощный листья. Мощный, урожайный. АЦ вот 18,7. Вот такая урожайная махорка. Вот, цветочки вот. Такие треугольники, то есть весной делал. Вот, взорвались. Треугольники взорвались салютиком, да? Вот такие получились. То есть мешай все сайты, сей семена прям в ящиках. А там что, как лотерея, что попадет, какой цвет, такой попадет. Вот такая прелесть. Здесь вот земля, то есть, более истощенная, как бы. Там более богатая. К крыльцу, то есть, входу. Здесь потащее. Азота не хватает. Так, это вот голландка. О, какие листья здоровые. О, какой лопух. Даже это часто посадил. Урожайный сорт. Не знаю, ребят, как на вкус, не знаю. Спектр вот. О, какие лопухи. Вот. Низ подчищал. То есть, видите, даже без пикировки отлично растет. Пускай даже попозжей, но сорт он ранний. Он и так, то есть, как его, успеет в нашей средней полосе. Вот тоже виноградик. Виноград. Базилик. Вот, пожалуйста. Тархунчик, вот лимонадик можно сделать. Эстрагон, тархун. Очень полезная трава. Самбери, вот, самбери. Вон уже ягоды. Капуста, вот, брокколи. Вот пасынок. Хасанкиф, вот сорт. Чуфа, вот. Тигровый орех, земляной миндаль. Хасанкиев. Вот на семена возьму. Я из своих семян уже ее, то есть, выращиваю. Ну, голландка вообще прям впечатляет. Прям вообще такие лопухи. Вообще лист такой прям плотный прям. Фенхель, вот фенхель. Здесь капуста брюссельская. Абрикосик вот. Две зимы перезимовал. Анатолий Орлов мне косточку прислал. Вот третий год идет ему. Это орех вот растет какой. Сердцевидный или зибаль, да. Что-то не больно он здесь на этом месте. Третий год, а что-то плохо растет. Ну, бывают такие послабее, конечно. Естественный отбор в природе. Ну, растет. Две зимы перезимовал. Ой, йодом как пахнет. Ой. Красота. О, лопух какой. Спектр. Отличный сорт, вообще беспроблемный. Не болеет, ничего, урожайный. О, какой можжевельничек, да? В 19-м году сажал, подарили мне. Вот, то есть, третий год идет. Или какой? Вот такая красота вот. Здесь тоже цветы. И помеи вот. Утром будут такие прям эти колокольчики. Ну, а, как вьюнок. Будет распускаться. Сумах. Все, сейчас пока притормозился вот. Сейчас одревесневает вот это вот приросты этого лета. Вот такой колокольчик будет взрываться утром. Вот такая сосенка. Ну, здесь можжевельники всякие. Вот надо поливать. Вот поливай, опять вот прям подсыхает прям листва прям. Правильно, жара какая. О, орех, да? Красавец. Каштан. Лиственница вон какая уже. Насажал всего по колено было. Вот такая придомовая территория. Вон барсы какие оранжевые. Космея вот начинает зацветать. Катальпа вот. Второй год идет. Орех серый. Вот катальпа.
одну зиму перезимовала. Лист такой нежный прям, приятный. Мальва вот цветет. Лето идет полным ходом. Не кончалось бы оно бы. Земли полно, территория большая. Только наяривай, трудись. Никому места нет, дела до тебя. Хоть уработайся. Вот такие цветники взорвались. Вот орех. Тоже вот Анатолий Орлов мне присылал. В 19-м году он, то есть, проклюнулся у меня. Вот, то есть, третий год идет. Вот такой орешек вот. Лиственницы. Дубок вот и желудя. Вот тоже. Красота какая. Девичий виноград, девичий, вот, вон куда уже тянется. Так, что у нас здесь в этом плесаднике? Дубки и желудей, лиственницы. Орех черный, вот, второй год идет. Вот орех какой. Айланд листный, маньчжурский. Увидим. Там еще рабиний клейк, акация розовая. Вот айланд. Айланд. Ой, прям пахнет как жженой резиной прям. О, какой красавец. На юге глушат все, как сорняк, как у нас клен ясенелистный. О, какой сумах. Сумах. О, какой красавец. Ой, выше меня уже все. Все, уже за 2 метра пошел. Какая пальма, да? А семечку всего выращивал, было стомат. Мелкое было. Вот. О, какие прирасты дал за это лето вот. О, какие листья. Красота. Да, мячик? Суслик. Хорошо лежать, да, на природе жить. О, какая пальма. Создаем южный колорит. Вон как девичий виноград разросся. Вот тоже сумах, сумах. Каштан конский. Вот орех тоже. Вон листья какие красивые. Ну ничего, еще лет 5 вообще будет красота. Все разрастется. Вот какие, какая мальва. О, ну прям, ну любоваться прям. Прям глаза прям не отрываются. Ну просто листья такие, деревья для нашей полосы такие необычные. А осенью какой он будет красивый, вообще капец. Закачаешься. Это будет вообще бомба. О, какой клен ясенелистный разросся. Все, его убирать можно. Куда он не нужен. Вот я вот так формировал года 3. 2, наверное. Вот. Такая чаша. Он уже что тут на провода идет. Надо убирать его, все. Ну, он как для красоты был. Он же как сорняк у нас растет. Мы будем такие деревья красивые сажать, заменять более такими, как его, южными красивыми деревьями. А это что? Примитивно. Ну, сок у него сладкий и медонос хороший, то есть пергонос. О, какие листья, да? О, какой листок. Красота. Сосенки прищипывал. О, какие пушистые. О, дуб какой. Мешает ему этот, как клен мешает, ясенелистный. Ну, дуб черешчатый. Вот это брат, лидеры. Выбивается, он мешает ему. Вот, лидеры себе определил, выбрал. Вот, пошло. Лиственницы. Карий вот сердцевидный орех тоже. Сафора японская. Ну все, сохнет, дождя надо. О, какая сосна. О, какой девичий виноград. Никак дождик не зайдет, ни в какую.
лиственница, там барбарис растет. Вон куда полез. Ну, скоро всю арку заплетет. Будет очень красиво. А вот он такой красный, такой багряный, такой прям бордовый. Че, суслик, опять гуляет, да? Голос даешь, голос. Опять жрать хочешь, да? О, какая шапка, да, вот формируется. Всего лишь сосна обыкновенная, то есть боровая наша. Надо другие виды сосен посадить обязательно. Есть более такие красивые, их и прищипывать не надо. О, елки какие. Опять это косить надо, опять он начинает глушить. Вот рабине клейкая. Ничего, перезимовала. Ну и семян, и семян. О, какая лиственница выросла. О, какой ежик, да? Классно, да? Вот так вот прищипываю каждый раз. Каждую весну, начало лета. И вот она все. Пушистей, пушистей, декоративней, декоративней. Цертис вот. Цертис движимый, перезимовал. Вот такие листочки у него с сердечком. Вот прям сердечки. Ну, цветет, конечно. Вон, ребята, посмотрите. Прям наберите в интернете. Цертис канадский. А есть там европейский, более еще южный. Там вообще закачаешься. Их же много видов, цертиса. Вот это вот самый, то есть, более холодостойкий, канадский. Вон девичий виноград. Ну, везде зелень. То есть, все озеленяю по возможности. Чтобы прям было как в ботаническом саду. Вот сумах какой тоже. О, какой бархатный, плюшевый. Вот такая территория, такая слобода. Ну, цветами прям не налюбоваться прям. Вообще прям заряжаешься прям отлично. А вообще сказка. Надо сейчас дела делать. Сейчас я докалякаю. А то так и буду сейчас болтать бесконечно. Ну, на память зато сохранится. Кого-то, может, вдохновит, кто-нибудь, кому-нибудь настроение подымет. Я сам люблю про природу ролики смотреть, хотя и сам живу на природе. А так постоянно, то есть, что-то изучаю о жизни на Земле, то есть, информацию черпаю. Здесь косил все. О, какие можжевельники, сеянца. О, какой красавец. Пихта вот одноцветная. Вот приросты пошли. О, смородина красный сколько. О, сколько. О, какая красота. Одни витамины, все даром. Абрикосик. Орех грецкий. Туя из черенка. Вот. Абрикосик. О, виноградик какой. Вот, сигнальные грозди в этом году, вот. Вот такой виноград. О, орех какой, да? Айланд листный. Листья какие прям, здоровые прям. Вот это листок один. Вот такой красавец. Там сердцевидный. Вот сердцевидный орех. Третий год идет. Инжир, кадота сорт из черенка, то есть укоренил. Финиковые пальмы вот. И в детстве их раньше выращивал из косточек. Вот тоже инжир, но это мне подарили, то есть с Краснодарского края черенок. Здесь вот поливал грушу. Здесь вот черешня привитая, черешню вот. Дождя надо. Огурцы вот здесь партия. Вот подвязал их шпагатом. Ну, уже висят кое-где маленькие. Вон уже какой вырос. О, какие огуречки. Ну, разве не прелесть, да? Красота! Вообще песня. Вот орех грецкий. Третий год идет. Ой, как пахнет вкусно йодом-то. Прям карамель такой. Вот, то есть прирост за это лето. Вот отсюда и пошло. Ну, еще вырастет еще чего. Пол июля, август.
Он сейчас тормознет, будет одревесневать вот этот вот прирост. Будет к зиме готовиться постепенно. Вот такой грецкий орех. Ну ничего, растет пока, пока живем. Две зимы пережили. Здесь тоже орехи грецкие, черешни всякие, лещины всякие, кедры, полно всего. Здесь череночник у меня вот сделал, укореняя калину бульденеш, можжевельники, смородину, то есть смотрел, корни пошли у калины, вот, сейчас покажу, это еще вот калиус только образовался, вон корни, видите, вот, калина бульденеш, вот так вот, полуодревесневшим зеленым таким черенком укореняется в лед, вот такая красота. Так что вот здесь вот у меня и этот какой, и кокосовый субстрат здесь у меня, и песок речной, и вермикулит, и торф. Вот так аккуратно прям, видите, земля мягенькая, рыхлая. И вот, и ничего мы не сломали, ничего не повредили. Вот такой череночник. Ну, поливаю периодически. Ну вот, видите, все получается, укореняется. Все, идет в лед, ну ура! Можно, пожалуйста, тысячами делать и продавать. Разные декоративные, плодовые, то есть растения, деревья, кустарники, все подряд. Вот лещина медвежья, то есть. Абрикос вот. О, малина какая, да? У меня рука в земле прям. О, какая малина. Но все равно виноград больше люблю. А шелковицу попробовать бы. Вот это мечта, конечно. Шелковица. Ну, тутовник. Везде по-разному называют. Вот это, наверное, вообще бы бомба была. Шелковица. Там вообще прям как конфета, как говорят. Вообще прям полезная. У нас вот какой виноград северный. Грыжовник. Прям так ем. Не руками, а прям ртом прям ловлю ягоды. О, малина. А было сколько? Птицы клевали. Было очень много. Ой, сколько яблок будет на будущий год, если доживем. Все будет усыпано. Соком обопьемся. Вот такое бы одно бы абрикосовое дерево бы. Сейчас бы поесть бы абрикосов, конечно. А, да. Нету пока, нету.